Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Від Фармак. Новий ранок на радіо НВ. Про місцеве самоврядування, напружені стосунки деяких мерів із президентом і можливість створення нової політичної сили до місцевих виборів говоримо сьогодні у гостьовій студії. На прямому зв'язку Борис Філатов, міський голова Дніпра, і ми готові до спілкування. Міський голова Дніпра Борис Філатов з нами на Skype в зв'язку дистанційно. Доброго ранку, перевірка зв'язку. Чи нормально чути нас? Доброго ранку, нормально чути, доброго ранку. Доброго ранку. Я от що хотів сказати на самому початку. Я з Кривого Рогу, і ми розуміємо, що якщо Дніпропетровськ ні перший город, ні второй, але в Кривий Ріг на Дніпропетровщині теж, знаєте, не перше місто, але і не друге. Мені багато знайомого є і на Дніпропетровщині, і в самому Дніпрі, і в Кривому Розі. І перше ж моє питання, а що там з тим містичним мостом, який то будується, то не будується, то парі укладаються? Ну, с мостом все нормально, как я говорю, хорошо стоит и хорошо себя чувствует, то есть, как бы, ой, смешно звучит. Ну, я понимаю вашу иронию, но мне самому смешно это слышать, потому что на последней пресс-конференции уважаемый руководитель государства, он по Фрейду оговорился, когда у нас буквально пару дней назад упал под Никополем мост, и фура перевернулась на мосту, то журналист на пресс-конференции спросил Владимира Александровича, так мосты же у вас падают? А Владимир Александрович с надеждой сказал, неужели это новый? Хотя с новым мостом у нас все в порядке, и я считаю, что мы, наверное, первые, единственные в стране, территориальная громада Днепра сделала подобного рода капитальную реконструкцию исключительно за средства местного бюджета. А что касается вообще ситуации с критической инфраструктурой в стране, инфраструктурой, она реально аховая, и этим нужно заниматься, и я об этом говорю сколько уже лет, и в принципе такая тенденция, она нехорошая, и мости и дальше будут падать. А що, тут, а що тут тоді нічому не цікаво? Якраз це і цікаво людям. А що тут у повноваженнях тоді місцевої влади, а за що повинна відповідати центральна? Ну, місцева влада повинна відповідати за ті об'єкти, які знаходяться на її території, знаходяться на балансі. Ну, якщо, допустимо, ми говоримо про Дніпро, це город багатий, город бюджетообразуючий, то есть ми ще як-то з горем пополам в состоянии підтримувати інфраструктуру на 3 з плюсом. А представьте себе мосты, виадуки, путепроводы, которые в условиях сворачивания децентрализации находятся в ведении, например, маленьких или средних ОТГ. Ни одно местное самоуправление без поддержки государства не в состоянии содержать критическую инфраструктуру, особенно тогда, когда к нам все время центральная власть пытается залезть в карман, я имею в виду к местному самоуправлению. Должна быть государственная поддержка, должна быть государственная программа реконструкции и развития критической инфраструктуры. Потому что, опять же, даже вернувшись к нашему мосту, ну, мы потратили на его реконструкцию сотни миллионов гривен, не получив ни копейки из государственного бюджета, а потом ко мне приезжают, со мной на мосты спорят и расскажут, что я сделал неправильно. А вы нас жить не учите, вы нам материально помогите, местному самоуправлению. Допоможіть матеріально. Слухайте, даруйте мій такий наївний погляд на життя, але в принципі, що робити, як людям пояснити, хто за що відповідає? Може, таблички причепити, от біля тих самих мостів, біля тих самих доріг, там Міністерство інфраструктури, або відповідає громада така, то допоможіть матеріально, або ще чому, коли подорожуєш Україною, реально там 100 кілометрів дороги їдеш, прекрасна дорога, а потім колдобини 20 кілометрів, і знову там 50 кілометрів нормальної дороги. Я переймалася питанням, чому? А от мені пояснює. Тому що різні люди за різні ті шматки дороги відповідають. А, так і є. Коли переїжджаєш з області в область, дуже часто прямо під'їжджаєш під знак, і хороша дорога закінчується, починається плоха. Або наоборот, тому що є таке поняття, як балансодержатель. Ну, давайте, я думаю, ми не будемо сьогодні наших уважаемых слушателей этими вещами скучными грузить. Давайте поговоримо лучше об інституціональних вещах. То есть, если так вот по-правильному, как это нужно делать, то страна нуждается в принятии
во-первых, муниципального кодекса, а во-вторых, в четком распределении полномочий между местным самоуправлением и центральной властью. Я сколько раз говорил о том, что местное самоуправление – это не вертикаль власти. Когда президент начинает рассуждать, что все будет нормально, если будут работать вместе обладминистрация, советы и мэры, это неправильная логика, она ущербная. Поскольку местное самоуправление – это не оппозиция к власти. Местное самоуправление – это не есть власть, это отдельная ветвь. И почему я не люблю термин «децентрализация»? Термин «децентрализация» – он очень узкий. Нужно говорить о правах местного самоуправления. И когда мы четко распределим все полномочия и ответственность, в том числе между местным самоуправлением и центральной властью, тогда будет понятно, кто за что отвечает, кто чем занимается, у кого где есть какие средства, которые нужно и важно планировать, а не так, как каждый год мы не знаем, где взять деньги, потому что каждый год нас пытаются каким-то образом подстричь. И тогда не надо будет вешать таблички. Вот поверьте, ни на мостах, ни на дорогах. Тогда всем будет чем заниматься. А у нас все занимаются одновременно всем і одновременно нічим. А от дивіться, якщо я вас правильно розумію, ви кажете, ми не конфліктуємо, ми просто працюємо на місцях. Це з одного боку. З іншого боку, маємо приклад Черкас і до чого він призвів, до відкритого конфлікту. Давайте я приведу на себе пример, к Толику Бондаренко, мэру Черкас, мы еще вернемся. Вот мне говорят, что я являюсь одним из последовательных критиков президента. Меня очень сильно обижаются в офисе президента. Вот говорят, что я такой-сякой. Читают мой Facebook, телеграм-канал. Очень сильно по этому поводу нервничают и рефлексируют. Если вы обратили внимание, то я же не обсуждаю ни полеты в Оман, ни пленки Ермака. Я не говорю вообще условно о тех вещах, которые не касаются моей компетенции. Каждый день я говорю о том, что в стране сворачивается децентрализация и идет массовое наступление на права местного самоуправления. Я говорю то, о чем я должен говорить в силу своей должности и должен говорить как просто сознательный гражданин. Это не просто моя политическая позиция, это еще и моя позиция просто как гражданина, мои мировоззренческие установки. Поэтому вот если вернуться, например, к ситуации с Черкасом, то по большому счету, я вам так скажу, Толик Бондаренко, он в какой-то степени нас, мэров, где-то еще и подставил, потому что к многим пришли потом предприниматели и говорят, а чего в Черкасах можно, а у нас нельзя. Но мы с ним разобрались своим товарищеским судом, как бы, и знаете, ну, может быть, это было какое-то политическое заявление, может быть, ход был какой-то больше технологически. Я не хочу это комментировать. С точки зрения корпоративной этики, ну, неправильно обсуждать коллегу. Но когда против него сразу возбудили 19 уголовных дел, еще и обзывает его руководитель государства бандитом, ну, это нехорошо. Более того, я как еще и адвокат бывший скажу, что это не то, что нехорошо. Потом это просто в европейских судах заканчивается тем, что подобного рода обвинения, они сразу получают шильдик политических. Ну, мы же сколько раз проходили ситуации, когда руководители государств или руководители правоохранительных органов для того, чтобы получить какой-то себе или пиар, или лайки в Фейсбуке, выходят на пресс-конференции и заранее назначают виноватых. Потом эти дела все разваливаются и заканчиваются ничем, а скорее всего даже позором или выплатами через ЕСПЧ против Украины. Поэтому, вот заканчивая с Бондаренко, он опять же всю эту ситуацию с карантином, это то, что касается в первую очередь территориальной громады. На местах лучше видно, как вводить карантин, какие дополнительные меры или усиливать, или ослаблять. А у нас попытались применить матрицу для всей страны. Но во всей стране ситуация разная. В Черновцах и Чернигове она кардинально отличается. И об этом я говорил и президенту, и премьер-министру. И если в Чернигове заболевших, не знаю, пару человек, то в Черновцах они измеряются тысячами. Но почему тогда черниговчане должны сидеть и в закрытых домах, так же, как это происходит в Чернигове? Ни в одной стране мира, за исключением Украины и частично Хорватии, не останавливали общественный транспорт. У нас остановили, точно такая же ситуация была с рынками, со скандалом. Просто потому, что дяди на Печерских холмах, они думают, что им все оттуда лучше видно. А лучше видно на местах.
і все. Слухайте, ви тут зазначили такий термін цікавий – товариський суд між мерами. Чи є взагалі горизонтальні зв'язки? Як вони побудовані? Як влаштований у той товариський суд? Чи можна сказати, що мери – це така окрема, ну я не знаю, мережа, причому я в позитивному сенсі, це такий, знаєте, нетворкінг. Чи він працює і як він працює? Ну, я вам скажу, ми між собою використовуємо не слово мережа, а кооператив або профсоюз. Добре. Зручно так. Да, и большое спасибо за то, что вы действительно искренне говорите, что не, ну, как бы нет негативной коннотации к мэрской мэреже. У нас все разные и все равны. И вот я возглавляю огромный миллионный город, но я очень с большим уважением и пиететом отношусь к своим коллегам, например, лидерам ОТГ, где живет 10 тысяч человек. То есть у нас нет такого, что, знаете, вот я большой, вот у меня областной центр, а, соответственно, вы должны все меня слушать. У нас вот здесь ситуация такая, что вот у нас действительно все друг друга как бы уважают и все друг к другу относятся очень ровно. И самое главное, нам делить нечего. Вот в отличие от центральных политиков киевских, нам делить нечего. І... А, серйозно, тобто мер Дніпра, правда, не є конкурентом на виборах мера Одеси, бо він не балотуватиметься в Одесі. Ви це маєте на увазі? І це в тому числі, і крім того, у нас є така здорова внутрішня конкуренція. Ми часто друг перед другом хвастаємося своїми успіхами, достиженнями, але одновременно і допомагаємо друг другу. Ну от простий пример я вам приведу. От у мене как бы є противоречия мировоззренчески з мерами Харкова і Одеси. Ну, опять же, я не буду это обсуждать, потому что это некорректно в отношении коллег. Но мы, допустим, по работе близко общаемся. Вот, например, нам нужно было делать реконструкцию центров соцзащиты. Нам Харьков предоставил бесплатно свои проекты. По ситуации с Черновцами, сейчас там вспышка коронавируса, ну, все знают, какая там ситуация. Например, мы Днепр передали безвозмездно Черновцам скорую помощь, Винница ЭВЛ, а Одесса деньги. Точно так же у нас есть постоянный взаимообмен, например, с Винницы ко мне приезжают в город, и мы передаем им опыт по нашим бесплатным муниципальным лагерям. Такие есть горизонтальные связи, и многие дружат между собой, многие просто общаются. Ну, как бы это реально профсоюз. И мы объединились в рамках Ассоциации мест Украины, там порядка 879 территориальных громад. И это очень хорошее, взаимовыгодное и правильное сотрудничество, которое позволяет страну строить просто снизу, а не сверху. Так, мы-то каждый день ходим по улицам ножками и видим, как вообще жизнь проходит. Так, про те, що ви такі різні і ви всі такі рівні, і про трошки інше об'єднання, можливо, об'єднання мерів, пропоную зараз поговорити. Що вам відомо про так звану партію мерів? Чому так звану? Тому що, ну, невідомо, чи вона так називатиметься насправді. І яка мета нового політичного проєкту? Давайте по порядку. Как бы, ну, во-первых, я считаю, что само название партії мерів, воно вже стало жити віддільною життю. И в прессе окремо від очень... самих мерів, так? Да, да, и в прессе очень сильно эта история муссируется, как бы, знаете, такой ярлык уже повесили. Я думаю, что партия мэра, как партия лидеров местного самоуправления по профессиональному признаку объединившихся, это не жизнеспособный проект. Невозможно сделать партию пенсионеров, мэров или булочников, или токарей-фрезеровщиков. Ну, это неправильно. Более того, я считаю, что саму идеологему или мифологему партию мэров это забрасывает в массовое сознание, в том числе технологи офиса президента, для того, чтобы ее с налету дискредитировать. Дальше, если хотите, можем поговорить о разных течениях. Я думаю, будет интересно. Добре, якщо не партія мерів, то тоді розмови про те, що мери можуть спільно діяти на виборах. Це що тоді? Да, давайте, я не закончил мысль, то есть как вариант, и то, что сейчас имеет абсолютную востребованность в обществе, это новая политическая сила, общенациональная, объединяющая не только мэров, но и объединяющая в том числе руководителей голов объединенных территориальных громад, независимо от их размера, объединяющих активных людей, объединяющий лидеров общественного мнения. Этот проект имеет право на существование. Потому что огромное количество избирателей разочаровалось в распрекрасных новых лицах,
но при этом те же самые избиратели не хотят голосовать за старых политиков. И по моим оценкам, я считаю, 30-40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобного рода партию. И я не скрываю того, что сейчас идут массовые консультации, скажем так, всех со всеми, по поводу создания политических партий разных. Ну, хотя флаг партии мэров хотят поднять разные политические силы. Уже там кто-то заявился, не будем им делать по этому поводу рекламу. Ну, пусть занимаются. Пусть занимаются, как бы, ниша свободная, и идея, если она уже массами овладела, она в любом случае будет реализована вне зависимости от того, каким образом їй буде противодействие со стороны власть придержащих. Я зараз намагаюся зрозуміти бажання вибудувати стратегію і бажання вибудувати нову політичну силу на історії розчарування про розчарування. Так це можна зрозуміти? Ні. Ну давайте ж я продовжу. Тобто, как бы, ми зараз говоримо за електоральну нішу. А вы правильно сказали о том, что это все-таки должна быть политическая сила и политическая партия, не проект. И не партия... проект, а партия. Да. И тоді чим вона відрізнятиметься від політичних проектів, це буде моє перше питання одразу, як ми послухаємо випуск новин. Борис Філатов, міський голова Дніпра, з нами на скайп-зв'язку. Це новий ранок, і ми продовжимо одразу після того, як Інна Мерецька розкаже нам найсвіжіше та найцікавіше. Про місцеве самоврядування і велику політику говоримо сьогодні у гостьовій студії. З нами на зв'язку Борис Філатов, міський голова Дніпра. Ой, щось мені це нагадує партію регіонів. Написав нам один зі слухачів у ефірний вайбер, а я переадресовую тоді це запитання в продовження нашої бесіди. Якщо ви кажете, що сила, яка може об'єднати не лише голів місцевого самоврядування, а й відповідальних людей, і це не має бути політичний проект, то чому зразу викликає там асоціацію з партією регіонів? Я бы хотел ответить уважаемому слушателю, давайте же вспомним ретроспективу. Давайте вспомним, как партия регионов создавалась. Уж меня точно нельзя обвинить в симпатиях партии регионов и компании, которая там собралась. Но первоначально, когда партия регионов создавалась, это была хорошая идея. Потом ее как бы споплюжили, Виктор Федорович и компания, и превратили ее в новый аналог КПСС, а сейчас мы видим, что кое-кто тоже пытается создать КПСС, а я им всем говорю, ребят, говорю, ну мы уже КПСС и партию регионов пережили, и если ни тем, ни другим не удалось в такой сложной разной стране создать единую партию власти, то и у вас не получится. Поэтому не нужно проводить аналогии между партией магдебургского права, партией местного самоуправления и партией регионов. Это неправильно, хотя, опять же, еще раз хочу подчеркнуть, идея сама при возникновении партии регионов, она была достаточно резонная, просто потом ее извратили и іспортіль. То як я розрізнятиму, що те, що ви збираєтесь створити, таки є партією і політичною силою, а не політпроектом під вибори чи під серію виборів? От на що звертати увагу мені як громадянину? В першу чергу на те, що у партії повинна бути ідеологія і повинна бути програма, а не просто якісь красиві нові лица, особливо ноунейми. У багатьох політичних сил в Україні, вибачте, перебуваю, вони однакові. Ці ідеологія типу є і типу є програми, але вони однакові. За все хороше і проти всього плохого. Я розумію, о чому ви говорите, але давайте повернемося до початку нашого розмови, то, о чому я говорив з самого початку. Прийняття муніципального кодексу. Чітке розподілення повноважень між місцевою владою і владою центральною. Сильные экономические территориальные громады, имеющие возможность для реализации планов и при этом берущие на себя ответственность. Сильное государство, которое отвечает за внешнюю политику, которое отвечает за экономику, за борьбу с агрессором, но при этом дающее возможность территориальным громадам обеспечить их жителям достойную жизнь на местах. Имплементация в украинское законодательство Европейской хартии местного самоуправления. Послушайте, ничего вообще в мире нового не придумано. От Польши до Соединенных Штатов Америки страну строят снизу, а не сверху. И почему сейчас
уважаемые власть придержащие пытаются свернуть те ростки нового, хорошего и правильного, которые еле-еле пробиваются через бетон, я не понимаю. Вернее, я понимаю, ну, мы все это понимаем, зачем об этом говорить. О, тут якраз запитання, чи піде на це центральна влада, чи піде на те, що вона не зможе вповні контролювати місцеві громади? Ну, это уже сейчас видно. Вы видите, насколько идет противостояние. И мэры разные, и у мэров разные есть подходы, и они относятся к разным политическим силам. Ну, например, на защиту того же господина Бондаренко выступили все. От меня и заканчивая мэрами Западной Украины, Андрей Иванович Садовой, Руслан Марцинкиев, они его поддержали, хотя у них у каждого есть какие-то свои политические партии и разные мировоззренческие установки, но тем не менее есть общая платформа для объединения. Послушайте, мы не те обезьяны, которые дружат против других, но есть как бы общий знаменатель, который всех волнует. Поэтому это уже как бы факт, который, ну, находится на поверхности. Это все видят, что сейчас существует в какой-то степени противостояние между местной властью и центральной властью. Ну, бо одні не хочуть віддавати владу, а другі дуже хочуть її отримати. Ну, опять же, вот смотрите, давайте не говорить в таком как бы дискурсе, что вот это какие-то феодальные бароны хотят отримати владу или більше влади отримати. Это есть на это общественный запрос. То есть на это общественный запрос. То есть, если вы хотите мое мнение, то права местного самоуправления нужно не только расширять на уровне территориальных громад, а вообще опускать вниз к людям. Вот я, если вы думаете, я испытываю счастье, когда ко мне на прием приходит 80 человек и просят поставить лавочку у подъезда, или вкрутить им лампочку, или разбить цветник. Вот я не хочу этим заниматься. Я хочу, чтобы мне на законодательном уровне Верховная Рада дала возможность финансового механизма спускать деньги вниз на уровень районных выборных, на уровень каких-то поселковых комитетов, чтобы на районе 10 тысяч людей, которые живут, имели возможность получить 1-2-3 миллиона гривен и заниматься благоустройством самостоятельно. И поверьте, у них это лучше получится, еще и чиновники меньше украдут. Но у нас для этого нет возможности юридической, поэтому мы придумаем какого-то рода симулякры. То партипацитарный бюджет, то еще что-то, то какие-то программы поддержки ОСНД. А нужно вообще децентрализацию спускать вообще на уровень двора. Об этом надо думать, а не так, как сейчас эти сидят, говорят, а давайте Конституцию перекроим, а давайте перекроим административно-территориальное деление Украины, а еще давайте введем 5% барьер. То есть вы вообще обратили внимание, что за последний год центральная власть постоянно выступает с какими-то безумными инициативами. После этих безумных инициатив возникают скандалы, возникает возмущение западных наших партнеров, дипломатов, и они от этих планов отказываются. То досрочные выборы, то сверхсрочные выборы, то давайте придумаем префектов, то давайте изменим конституцию, то давайте введем 5% барьер. И после того, как возникает, опять же, скандал, я не знаю, общественное возмущение, они от этих мыслей отказываются. А я вот им говорю, а зачем вы это делаете? Вот зачем? Вот каждый раз повторяется все одно и то же. То есть вот давайте сейчас разгонимся и ударимся головой в бетонную стену, а потом откатимся назад и сделаем вид, что мы этого не делаем. В якості стрес-тесту додатково ще одна моя така, знаєте, алюзія чи спогад. Ми зараз говоримо знову про те, що треба обирати міцних господарників. От це ж теж саме слово по собі уже теж несе негативну конотацію. Хоча я розумію, що направду ті люди, які вміють керувати господарством на рівні навіть ОСББ, це вже святі для мене люди. Якщо ви являєтесь членом ОСББ, ви ж, мабуть, прекрасно знаєте, як тяжело в ОСББ, навіть в рамках одного під'їзду договоритися. У нас будинок на один під'їзд, і я ж щиро співчуваю нашій голові ОСББ, серйозно. Я щаслива людина, да, ну, на 4 під'їзди будинок, зелений, і все добре. Другий сірий. Да, смотрите, ну действительно, слово «крепкий хозяйственник» оно избитое, и оно не очень хорошее. Я уж, поверьте, точно себя крепким хозяйственником не отношусь. Я считаю себя сити-менеджером, если можно заменить слово «крепкий хозяйственник» на слово «сити-менеджером», и лидером территориальной громады. То есть я отстаиваю интересы родного города, бью за него как лев. Нравится это кому-то или не нравится. Поэтому давайте мы будем выбирать профессионалов, но только не так, как у Виктора Федоровича с двумя буквами F. И сити-менеджеров, и тех людей, которым неравнодушно
судьба территориальных громад, где они живут. У нас вообще в Дніпрі, я вам скажу, такая родовая травма. Мы же вообще дали много лидеров в Украине. Начиная там от Кучмы, заканчивая Юлией Владимировной. Все олигархи почти уехали от нас в Киев. Но только вот они, мы им дали как бы путевку в жизнь, я имею в виду Днепр. А после того, как они уехали на Печерские холмы, они про родной город забыли. Поэтому люди нуждаются в тех лидерах, которые будут стоять за их интересы, за интересы людей, живущих непосредственно на местах. Потому что жизнь, она происходит не в Верховной Раде и не на Банковой. Она происходит в городах, поселках и селах. Там живут люди. Там живуть люди. І ще запитання від нашого слухача. Олександр пише: «Доброго дня. Вважаю, позиція мера Дніпра Бориса Філатова спрямована на початок створення в Україні федералізації, хоча він прямо про це і не говорить. Прокоментуйте, будь ласка». Ну, я отвечу этому товарищу, так что точно так же, как я отвечал телеграм-каналам анонимным, которые из офиса президента руководятся, а также экспертам, ими же проплаченными. У меня стоит на стене 14 наград от государственных до медалей добровольческих батальонов, которые я получил за войну 14-15 года. И поверьте, уж кому-кому, а мне, человеку, которому лично угрожал покойный господин Захарченко, закидывать вопросы, связанные с федерализацией или с сепаратизмом, ну, это не то чтобы неправильно. То есть тот, кто меня будет в этом обвинять, я сразу предупреждаю, не оберется. Позора. Ми ж говоримо не про те, що конкретно Борис Філатов до цього призведе, але сильні територіальні громади, хоч ми і розуміємо, що перше Магдебурзьке право в одному з західноукраїнських міст – це кінець 14 століття, тобто йому 600 років десь, навіть на Україні, на українській землі. Але все одно цей ризик. От я би якраз хотів запитати, де межа, да за якою… Давайте посмотримо, просто давайте, смотрите, глаза дані для плагіату. Вот просто давайте посмотрим на нашего ближайшего соседа Польшу и возьмем просто польский опыт, как это строится там, воеводство и все остальное. Там же нет федерализации. Когда мы говорим о сильных громадах, сильные громады, они должны быть в первую очередь экономически сильные. Никто не говорит о том, что им нужно передавать какие-то функции внешней политики и прочее. Ну, то есть это даже вообще не обсуждается. То есть, когда она начинает закидывать вопросы федерализации или там усиления сепаратистских тенденций, это идет, я считаю, намеренная подмена понятий. Должна быть сильная держава, но она должна опекуваться вопросами внешней политики, экономики. Должна опитываться вопросами критической инфраструктуры. Все остальное надо передать на места. А кроме этого, еще есть большой запрос на справедливость. То есть нужно людям дать возможность, например, назначать выборных судей, которые будут разбираться, условно, там, за межу, за забор, за, не знаю, за мелкое хулиганство. То есть нужно дать возможность, чтобы была муниципальная полиция, которая будет ловить наркоманов, пьяниц и заниматься мелкой преступностью. А если мэр условно украл или занимается федерализацией, должно приехать аналог ФБР, одели на него наручники и увезли. И все. Вот так вот. Нужно разделить полномочия, а не смешивать это все в кучу, как у нас все смешано и находится в таком полуразрушенном, полузачаточном состоянии. Я об этом говорю, а не о федерализации или о поднятии флагов. Она все время пытается в эту ситуацию вытолкнуть и подменить понятие просто-напросто. И навешать ярлыки, и все. Але дивіться, при этом я согласен о том, что после грустной истории партии регионов, после сепаратистских тенденций в регионах, конечно, есть у определенного рода думающих людей серьезные опасения. Но их, эти опасения, нужно убирать. И в том числе сейчас я нахожусь с вами в ефірі і пытаюсь это все объяснить простым, понятным человеческим языком. Дивіться, одна справа, коли хоч би хто був мером, і він рухає в ту сторону, не в сепаратизм, умовно кажучи. Інша справа, що на території цієї ж громади можуть діяти групи, на які, ну, мер не особливо і вплине. Згадаймо ситуацію з деякими релігійними громадами під час початку коронавірусу. Ну, уже ж хто, як не мер, міг би домовитись, але ні, в деяких громадах це не вдалося, і люди масово ходили святити паски чи там ще щось. Ну, давайте скажу вам так. От, опять же, у нас теж були подобного роду прецеденти, я понимаю. Ну, я, знаєте, називати люблю вещи своїми іменами. Тобто, ви маєте в виду ситуацію з московським патріархатом. Так.
Да, но я вам отвечу. То есть давайте опять же, то есть я как бы коллег, скажем так, хотя не коллеги, не оправдываю. Но если мы говорим вообще о ситуации пандемии в мире, то подобного рода проблема не только с московским патриархатом, а вообще с конфессиями и верующими людьми существует везде. В частности, одна из серьезнейших вспышек коронавируса в Днепропетровской области и в Днепре, у нас порядка 30-40% контактных и зараженных, это было из-за того, что одна из харизматических церквей провела библейскую школу в городе Першотравенске. Это же не московский патриархат. В Израиле, по официальным данным, 26% заражений связано с заражениями в синагогах. И там даже есть такой город Бейн-Брак, куда пришлось ввести дивизию пехотную Цахала, потому что ортодоксальные иудеи не хотели выполнять условия карантина. И лично мэр со сварочным аппаратом ездил и заваривал двери синагог. Поэтому так во всем мире с религиозной публикой, которая верует, так сказать, в высшее провидение, с ними везде есть проблемы. Но в том числе и это зависит от лидера территориальной громады, каким образом он должен найти доброе слово для того, чтобы их убедить себя вести правильно. В частности, в Днепре кое-кому даже пришлось перекопать входы в храмы. Но это комментировать сегодня мы не будем. Сегодня это уже история, Пане да, Борисе. Это история, которая закончилась хорошо. А все хорошо, что хорошо, заканчивается. Це точно. Ми вам дякуємо дуже, що сьогодні вийшли на прямий зв'язок зі студією. Борис Філатов, міський голова Дніпра. Саме із ним ми спілкувалися. Павло Новіков, Юля Петрова. Прощаємося з вами до понеділка. Із 7 по 10 почуємося, побачимось обов'язково.